Сентябрьден баштап ушул мектепке, биринчи класска келесиң, ушул мектепте окуйсуң. Жительница города Бишкек Айсана Тосмунова зарегистрировала свою дочь в 56-ю школу через электронную запись. С этой системой родительница уже знакома. В прошлом году она точно также определяла в школу и старшую дочку. Мы собрали все необходимые документы. В целом регистрация прошла легко. Наша вторая дочь пойдет в этом году в первый класс. Мы выбрали эту школу, потому что она находится рядом с домом. Электронная запись школы началась в городах Бишкек, Ош-Джалабад, Токмок-Карабалтай и Кызылкия. Для того, чтобы зарегистрировать ребенка, необходимо зайти на сайт mektep.edu.gov.kg. Здесь также можно ознакомиться с положением и инструкциями для родителей. Инструкция дана пошагово. Для того, чтобы зачислить, нужно нажать на кнопку «Подать заявку». Здесь есть анкетные данные. Все данные ребенка нужно заполнить, указать гражданство, указать серию паспорта одного из родителей, прикрепить всего 3 документа. Это скан или фотография паспорта родителя, справку с места жительства и свидетельство о рождении ребенка. Если вдруг данные, которые заполнены родителями, не соответствуют прикрепленным документам или же допущены какие-то ошибки, то директор школы может отклонить заявку, но при этом он обязан указать причину отказа. В таком случае родителям нужно будет повторно заполнить электронную запись. В течение 5 дней родитель должен устранить все эти ошибки и повторно со своего же личного кабинета родителя отправить повторно все документы с исправленными ошибками. После этого директор повторно проверяет и отправляет. Если все правильно, отправляет уведомление о том, что заявка одобрена. Однако эксперты по вопросам прав детей отмечают, что в этой системе существует определенная проблема. Так, по словам директора Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубековой, родители жалуются на то, что не могут зарегистрировать детей в школу на своих микроучастках. Ребенок обязательно должен быть зачислен в первую очередь в ту школу, где он живет по микроучастку. То есть у него должен быть выбор учиться именно по микроучастку. Почему? Потому что если все места в этой школе будут заняты другими детьми, то, конечно, тогда ему придется искать другую школу. Соответственно, он должен садиться, значит, в маршрутку, переходить дорогу. Это влияет на его путь безопасности. На сегодняшний день в систему электронной записи в школу поступило 6 тысяч заявок. В мэрии города Бишкек отмечают, что несмотря на некоторые озвученные проблемы, эта программа все же дает положительные результаты. Сейчас те разговоры, которые раньше были о том, что при зачислении ведется коррупция, что директора на свое усмотрение принимают, сейчас это невозможно. У директора только доступ принять или отклонить заявку. Напомню, что проект «Электронная запись в школу» проводится 3-й год. Она появилась в рамках национальной программы «Санарип Кыргызстан», одной из целей которой является облегчение доступа граждан к госуслугам. Кундуз Кадатаева, Кундуз Усумонова, Меримбек Джусупекулу, ЛТР, Бишкек.